Видновская команда «Спарта НК» встретилась в 26-м туре премьер-лиги с баскетбольным клубом «Николузалес» из Сыктывкара. По ходу первой четверти подмосковные баскетболистки оторвались на 9 очков со счетом 19-10. Однако перед заключительной 10-минуткой команда из столицы Коми лидировала. Счет был 45-64. За минуту до конца матча разница в счете достигла 25 очков. Счет составил 60-85, а закончилась встреча крупной победой «Николузалес» 65-88. Видновская команда поначалу крупно вела, но затем почему-то начали мазать часто. И вот уже гости перегнали. Во втором этапе чемпионата команды, занявшие с 1 по 8 места, попадут в плей-офф, где будут играть на выбывание. Три команды, не попавшие в плей-офф, разыграют места с 9 по 11 в итоговой классификации чемпионата России этого сезона. Плей-офф стартует 1 апреля 2024 года. Это регулярный этап. Осталось совсем чуть-чуть до стадии плей-офф, буквально 4 игры. И вот сегодня как бы мы видим напряженную игру. Я думаю, что и дальше мы увидим красивый баскетбол. Задачу мы в восьмерку попасть решили, но нужно готовиться к играм плей-офф. И, соответственно, через каждую игру с любым соперником готовимся к серии плей-офф. Следующий матч «Спарта НК» проведет в Екатеринбурге. Наши баскетболистки сразятся с местной командой УГМК в поединке регулярного этапа чемпионата России премьер-лиги. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.